Здорово, все! Футбол для конченых уебанов, а я дальше продолжаю величайших... мастерить величайшие гайды, ёпта, по доте! Водопака, интеллект! Скорее всего, короче, сейчас Тингер, где, блядь, водопака Тингер? Ща, блядь, он же в интеллекте был. А, во! Так, Тинкер, Бобаш, известный инженер гоблинов. Да, инженер гоблинов. Он может это вот как Клокверы, кто у нас гоблин еще есть? Минеры, они по типу гоблинов. Он может стрелять пучками света. Да, ну не пучками, лазер. Он может стрелять лазерами и самонаводящимися ракетами. Такими же мощными, как и самые разрушительные мазафак, как российские, короче, снаряды. Уёбки. Тинкеру нужно мид. Понимаете? То есть вы сразу его пикаете и бежите. И бежите на мид, короче. Чтобы уёбки, видите, блядь, соло дис. Иби нахуй, уёбок, ближний бой, мазафака. Ага. Тинкер на сложную! Если бы я бы на сложную пошел, я бы уже бы все. Не был бы топ-геймером. А так я на низ пойду. Пусть эта пизда сама идет. Итак, мы мид. Уступили этой пизде с цифрой, с точкой. Это как прыщ. Прыщ на лбу, ёпта. Так, первым скиллом качай объешку, это лазер, самый мощный скилл. Так. Смотрим. А тибак, ой, мантия, блядь, на атаку. Плюс 3 интеллекта, чтобы атака была. Если на мид идете, тогда покупаете колбу. Сколба и МП, и ХП, и можете погангать с левела так 4-5, ну смотря сколько там ХП на этих ебучих лайнах будет у врагов, тогда уж на фул ХП не пойдете, потому что уёбки с команды, они не будут думать, не увидят вас, короче, когда вы пойдете гангать, и вы лазер просто... Въебете во врагов на фул ХП, которые будут. И все. Мазафак. Подравняю! Тинкер! Вот ходит, я хуй знаю. Ты воду его, руки, клешни. Мистер Лего. Сука. Антимага меня пугает. Иди отсюда, уёба, блядь. Ща лазер ему пропишу, уёбку. Поехали! Да, блядь! Он чё, меня... Ах, он уёбок. Не-не-не. Не, баратун. Пусть это фармит, а... Я буду только добивать бобом. Да, блядь. Сука. Пизда ему. Иди отсюда, блядь. Уёбок. Выебок. Так, запускает ракеты в ближайших видимых врагов. Да. Уёбок. Так, героев дальность 2500. 2500 рейнджа. У Пуджа 1000. На хайт левеле у него 1000, по-моему, 300 или 1400, то есть очень-очень жёсткое. Большой рейндж этих ракеток. Фух, хоть не мид. Так, две цели. В две цели он может пулять свои ракеты. Не в три, а в две. Там, по идее, какая цель ближе, в ту и цель полетит ракеты. Полетят ракеты. На одну цель одна ракета приходится. Выебак! Выебак! А где дагер, уёбище, сука? Не качало, что ли, блядь? Пизда ебанута. Это так, блядь, сагрил меня, уёбок. А это... Где? Так вот, хохлушка с ником, с цифрой. Один хуй эта пизда никогда не затащит, блядь. Если только ее мать, блядь, будет вылечена от всякой пизды ебаной. Ключ на старт. Ты лучше Морти скажи, какая она пизда. Ебаная. Уёбок.
Где фам? Да он еще огрызается, мразь. Нихуя, 1-4. Итак, я перебичевал наверх. Потому что вообще... О, Зевс, видите, где я, на каком лайне я нахожусь, чуваки сразу скилловыми становятся. Ну, а где стрела, ёпта? Ну, стрела, такая банальщина! Оп! Палево, палево, атмосфера накалит, да как в Союзе во время Сталина, ёпта. Дзиньк, анимация атаки у него охуетительная. Эти шары, они ж вообще будут ебать всех. Бзинь. Бзинь. Мерзко, да, звучит? Бзинь. Блядь. Бзинь. Фу. Особенно врагов, когда вы покоцаете. Поэтому и этот уёбок антимаг сагрился. Такой, тинкер, значит. Такие накоцы. Он поди подумал, что голубой. Атака, анимация, вид шары... голубая. Он пойдет такой, так, блять, ёпта. Я ж не голубой, я ж кто там на митинге хожу. И буяню там. А, человек VS ОМОН. Атака, ёпта. Чё, ох, так какая-то вкусная фура, блять. Так, проказ. А, я ничего не смогу впустить. Ну, короче, стоим на лайне и молимся, чтобы нас не ганганули, так как этот тинкер такой дохлый, ебать. Меня потом Рикимару будет с одного блинка убивать. Если башня соберет, и башня меня пройдет, все. Я, конечно, сдохну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сука, уже хотели. А это взяла, спугнула меня. А им нужно было один момент, чтобы фура первая вышла. Если бы фура первая выбежала бы с этих ебаных текстур, меня в букву Т и все. 250 МП, ёпта. 250 МП, 140, 200, 200... Так, 260 нам нужно МП. Все, у меня на проказ есть. То есть я могу уже все выплеснуть. Выплеснуть. Прикиньте, 2 ДД скилла, причем 2 ДД скилла, такие мощные. Особенно лазер уже 160 атаки наносит. Сейчас будет 240 ДПС и плюс промахи, кстати, дает он. На 3 секунды заставляет на 100%. Это пиздец, как решает. Иногда жизнь спасает. Это и Тинкеру, и всем. Смотрим, так, блядь. ПТ не буду покупать, хотя, смотрите. Сыт, сыкуха. Обоссанница. Обоссанница. Сразу чувствует, что проказ будет выпущен в ее кисень, блять, и разорвет ее плеву. Точнее, луно. Так. 400 хп, ёпта. Блять, как знают. Как знают, ёпки. Ща, это я приманка. Приманка сработала! А делай что? Уёбок! Сука! Ебаная мразь, блядь. Но я отомщу этим уёбкам. Особенно ебаному Рикимару. Он, блядь, сука. Они, по-моему, кавказцы, что ли? Брат за брата. Так, ща-ща. Он ждет. Он... А тут выбегает Тинкери! Сука, и даже мобада бью. Уёбок, блядь. Ебашу червя. Ёб твою мать, такому уёбку отдаться.
Пизда. Мой мизинец уже отсох. Охуеть. Господи. От меня коты сбегут. ЕТ. Ульт не качаем. ЕТ. Так, 320 чистого урона. То есть, чистого урона его, по-моему, даже худ не спасает. Или... Не спасает худ. Это же магия. Магия, ёпта. А чистый урон, ну то есть 100%. Это вам не какой-нибудь, да, не какая-нибудь там, блядь, ну, что у нас нечистого урона. Сурендер, ёпта, нечистый урон. Нечистый, базафак. Я, кстати, купил нул талисман. Нул талисман, покупайте. Ну надо же куда-то девать. Скотина. Блять, только зря ты проебал. Ну, ничего, хоть убил этого. Первый СТ студент. Йо, 1100 адены у меня есть. И что я куплю, если у меня есть ботинок, а? У барыги что у нас продается? Ага, Energy Booster, мы поехали. Energy Booster и собрались у меня арканы, чтобы... Ух ты, реген. Заебись. Просто МП нам не будет хватать. Да, это, конечно, чревато, что у нас антимаг будет ебашить, то я посмотрел, антимаг с ником студент не способен. Вообще он ничего не сможет сделать. Не, он, блядь, живет в своей засанной общаге. Ну-ка, дай ему стрелу. Отлично. Охуеть. А рейндж, кстати, не увеличился. Так и 2500. Да, ёпта. Я не гей. Я просто гей. Ну, теперь можно уже чуть погангать. Потому что... Так, 320... 325... 700, считайте, урона мы будем наносить к любому чуваку. Ну, если у него планец кулака нет. А так, блядь, 700 урона. То есть мы Рикимару убьем с прокоста. Кого? Вот эту птицу, блядь, Скайвокера, Фуру. Не, Фуру не убьем, но... Хотя, если еще 3 накоца 2 дать, то мы его отхуярим, а пока мы летим на низ. Да езу, ой, какая вкусность. Ну, и ГЭшку, все. Я так и знал, что у него нету МП, поэтому я ему... А, я ему даже не залил, я думал, залил. Вот пизда тупая. Бежи, бежи, бежи. Бежи, чаще, чаще. Ёб твою мать. Ну, блядь, ульт долго кастуется, это пиздец. Очень долго. Да, блядь, вот уёбок. Ах, блядь, ебаная пизда. Знаете, что у меня ульт делает? Он откатывает все скиллы, которые вот есть. Видите, они... Тэшка не откатилась. Ну, в течение 3 секунд. В 3 секунды. Раз, два, три. То есть, блядь, он бы ушел бы вся... Сука, и стоит 150 МП. Какая-то хуйня. Блядь. Если вы любите пушить, покупайте Adidas. С этим скиллом Adidas, конечно, будет мега заебись. Мега заебенный. Так как кто-то на ваш лайн пришел. Вы ультик кастанули, Адидас откатился, полетели там на топ. На топ пришла пизда, вы полетели на мид. На мид приперлись на низ, и вот так вот летаете. Фармите хиксу, ёпта, ну, тупо фармите. Да, я не люблю этой хуйней заниматься. Я чтоб геймер, нахуя. Так. Одного убили, базафак, и уходим назад. Так. Сало дал! Сало дал! Ну, сука!
Иди ко мне, щеголятина, блядь. Выебок, я его со... Блядь, я ему жизнь сохранил, вы прикиньте. Вот, пожалуйста, я даже в Battlefield 3 подтвердился, удостоверился, что уёбков, которым, которых вы спасаете, ну, знаете, не убиваете, например, они вам потом... Сука, они вам не будут благодарны, они, наоборот, вас будут унижать всю игру. Уёбки, блядь. Не буду качать третий скилл. Хуйня, а не скилл. Так. И такой сюрприз, и Тинкерс прокаста... Бум. Вот что он сделал, вы мне скажите. Да. Так. Вот. Here for B. Ten. Dog. Forbidden, по-моему, каты такие были в Lineage 2. Смотрите. Оп. Обожаю, ёпта. Да, этим скиллом, конечно, охуенно и забирать, и догонять, и стилить. Уёбок. Так, ща. Основные враги этого, блядь, Тинкера, это вот. Тролли всякие. Ну, кто очень-очень больно бьет по магам? Кто? Кенты, блядь. Кент нас вообще с прокоста ебущего убьет. Если догонит, то все, нам хана. Так, антимаги. Они нам страшны, если вот вы собираете арканы. То есть у вас 0 МП, он вас одного ульта угандошит. И это пизда. И будет ульт всегда на вас, потому что он чует силу. Почему бы, блядь, вас не убить с одного коста, да? Ежели других уёбков, которые, блядь, которым он вообще ничего не нанесет. Так, короче, я собрал догон, да. Потому что, когда мы юзаем ульт, у нас и активки, как вы знаете, откатываются. Один даже же активка, то есть, в инвентаре, который хуйня. Блять, в откате у меня тэшка была, сука, я бы кого-нибудь убил. И в итоге 700 хп и сколько? 400! То есть 1100 урона от Тинкера идет. Как вам, блять? 1100, ёб твою мать, пизда. Любой этот уёбок позавидует, включая Зевса, хоть и у Зевса также скилловые скиллы. Больно добавят, особенно Гэшка, сколько там, 400 урона. Поехали. И нам остается только ходить и убивать ублюдков. Поехали. Просиживать штаны. Отлично. Нам не нужно. Хотя вы можете подфармить на Хекс, но дальше, блять, в каждой игре, где есть Тинкер, он собирает одно и то же. Вы ничего нового не узнаете, кстати. Хекс, ёпта. Шива, ёпта. На защиту, базапак. На замедление, ёпта, блядь. Хекс, если вам нужно задизейблить кого-нибудь. Вот у ебана антимага. Если бы он был бы сильным, я бы собирал хекс, блядь. А так я тупо побегаю, поубиваю и ливну. Если вы собрали те же арты, что у меня, конечно же, тогда вам нужно рассчитывать МП, потому что 140, 170, 180, 180, уже 360 это, и этот хуйня 170, это пиздец. То есть, и ульт 250 МП, ёб твою, то есть там на 2 прокоста хватит, но 2 прокоста это либо 100% минус 1, либо 2 накоцаны в говно, а возможно даже и будут... Убиты, отправлены к прабабке, к прадедке, к пра-пра-пра и к Ленину, ёпта. Блять, сука, чё он так долго кастуется, Эркас? 2 секунды, раз, ну, раз, два, да? Ай, блять, я ж по ДД был, ёб твою мать, я забыл, а!
Ладно, ничего. Его бог накажет, мазафака. Ну, то есть я его накажу. Меня один раз отрескилили, и угадайте, кто? Фура! Жизнь ей сохранил. Она убила меня своим ебаным догоном, блядь. Всю игру фармила и... Какой первый левел, второй от силы у нее догон. Добро пожаловать. Довольно я там, ёпта. Еще один ну, талисман соберу. Ёпта, случайно Т-шку нажал. Ну ничего страшного. Они уже все, FF пишут. Орут, VGL, топ геймер, мазафак. Я тебя боюсь. Так, гем куплен и с гемом, короче. Шваль, блядь. Ебаная, блядь. Все, эти уебаны сдохли, блядь, ебаные уебки. Мрази, блядь. Вообще уже попутали. Так, короче, я второй левел до года сделал. Сейчас гем купил, потому что я от ебаного Аркимара уже раза два-три сдох. Только из-за этого пиздюга, что он ставит свой ебучий туман. И что, все, у Тинкера 1200 хп, защиты вообще нету. И, блядь, он меня тупо пробивает. АБМ собирать ради одного ебана, это все. Это хуя, ёпта. Ну все, идем, мазафак. Я 16 левел, ульт откатывается секунда. То есть, оп. Ну, даже без догона я специально не потратил, потому что... Вы сами видели, а стилить я не буду. Зачем стилить топ-геймера, если он и так уже настилил? Это как зачем вот воровать этому Лужкову, если он уже и так наворовался? Наша цель убить Рикимару. Антимаг у них гничевский. Самое главное это вот кишмар. Что если он на меня блинкается, все, я погибну, мазафак. Фура еще со спины. Вот, пожалуйста. Давай, души, тут же. Блять, гео. А, не уничтожил. Блядь, как так? Так, уёбка, блять. Ударец, еще последний удар. Отлично, мадапака. И гэшку ему, гэшку. Ебло, гэшку. Бешку, ну, блинкайся, блядь. Вот дище, сука. У него ж фул хп было. И гэшку, давай, в наглую. За Украину. Так, так, третий скилл выпускает маленьких клокверов. И они, когда взрываются, дамажут. Дамажут и мобов. В общем, это очень хорошо на пуш. Да! Оп, флекс. Взяла, проебала флекс. А нет, не проебала. Кто, кто, кто? На, блядь. Уёбок. Где гем? Где гем, гем? Водопака. Отлично, мой гем. Чувствуется моё топерское. Топовое. Ну и все, пушим. Оп, оп, дабадж, дабадж, еще последний дабадж. Все, догон пятого левела. Из пятого левела, базафак, можно убивать почти всех, ёпта. Ульт, кстати, без отката, кто не заметил, говорю сразу, вот без отката. Главное, чтобы у вас МП было, и вы можете юзать сколько угодно. Так, с 14 секунд, 25. Вот ракеты очень долго откатываются, пиздец. 25 секунд. А их иногда так хочется пульнуть, добить. Аж две цели. А вы не можете, потому что они откатываются. А МП у вас нету на ульт. А даже если есть, то вы юзите ульт, и у вас нету МП на ракеты. Ну, не вот так вот. Так, что я понял с этой ебаной, ебанутой игры, которая шла, блядь, на
Д-минусе. Один час, ёб твою мать, один час! Сука, что Тинкер это не герой, это, блядь, машина для Стила. И еще одно, что и то так же излег, даже убедился, твою мать, блядь. То, что Морту соло нельзя. Ей никогда не давайте соло, это пиздюки, уёбки, брази, хохлядские казаки.